мы продолжаем наш проект «Время помнить». Каждый день рассказываем о ключевых событиях Великой Отечественной. Сегодня 2 мая. В этот день, в 1945-м, войска Красной Армии полностью овладели столицей Германии. Штурм Берлина продолжался неделю. К началу операции немецкий гарнизон оборонялся на площади свыше 300 квадратных километров. Но общая протяженность фронта советских войск составляла около 100 километров.